Всех приветствую. Сегодня у нас на обзоре ткань Топаз от Эксим Текстиля. Ткань новая. Ткань привезли буквально около полугода назад в Украину, поэтому можно сказать, что она новинка на мебельном рынке. Ткань сама по себе плотная, имеет флисовую основу. Все цвета достаточно яркие. Мне кажется, что когда производители писали 25 тысяч циклов, то немножко ошиблись, потому что здесь явно больше. Ткань очень плотная, прям сильно. Даже если там сравнивать с такими там Альмира, да, где 100 тысяч написано, то мне кажется, что Топаз немножко будет крепче. Он вообще не тянется. Ткань не имеет ворса. Вот как вот, видите, как вот вообще в нем ворса никакого нету. Богатая палитра цветов, которые вы сможете применить в изделии. Конечно, если вот так рассматривать эту ткань в образцах, то плохо видно, какая она, да. Вот, конечно, смотреть хочется в изделии. Вот в изделии она смотрится достаточно по-богатому. Вот, но все равно, как говорится, что есть, то есть. У нас на сайте вы сможете просмотреть каждый цвет более внимательно, более подробно, либо поставить видео на паузу и просмотреть все. Мы работаем активно с производителями мебели, даем самые низкие цены на нашу ткань, которые будут значительно отличаться от цен, которые у нас представлены на сайте. Поэтому звоните нам, обращайтесь, мы будем давать вам действительно самые хорошие условия по сотрудничеству. Также видите, очень много серых цветов, ну как много, тут их 3, 4 вернее, которые пользуются сейчас спросом большим. Серый цвет сейчас самый популярный цвет в интерьерах. Так что, если понравилась ткань, заходите к нам на сайт, либо в телеграм-группу по ссылке в описании, и мы вас будем ждать. Спасибо.